Передвижение на водном транспорте по Печоре с сегодняшнего дня запрещено. Сроки закрытия навигации в 2015 году для плавания на маломерных судах определены в соответствии с распоряжением губернатора Ненецкого округа. С 15 октября закрыта навигация на судоходных водоемах, расположенных на территории Нарьянмара, поселка Искателей и всех муниципалитетах Заполярного района, за исключением Запада округа. Там навигация будет закрыта с 20 октября. В день закрытия навигации окружные спасатели провели учения. Они отработали навыки эвакуации людей на воде. Алина Вучейская наблюдала за спецоперацией. Застрял во льдах и подал сигнал СОС. На борту четверо человек. Такова легенда учений. Сообщение о том, что буксир «Белощели» попал в ледовую ловушку, поступил на пульт дежурной части МЧС. Вызволить его из западни отправляются спасатели на воздушной подушке. В считанные минуты застрявших эвакуируют, затем перевозят в здание главного управления МЧС по Ненецкому округу. Первая часть тренировки отработана быстро и слаженно. Учение есть учение. Но в реальных условиях времени может потребоваться гораздо больше. Ведь когда судно застревает не в 30 метрах от Нарьянмара, а, скажем, в 100 километрах от окружной столицы, а на борту не четверо, а десятки человек, эвакуация может затянуться не на один час. Именно это и произошло в прошлом году. Напомню, в 130 километрах от Нарьянмара, в районе села Йормицы, во льдах застряли две баржи. Людей тогда эвакуировали вертолетами. Чтобы избежать подобных ЧП, в главном управлении МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от поездок и прогулок по неокрепшему льду. Лед еще не очень толстый для передвижения как пешком, так и на автотранспорте. Поэтому выход на лед на данный момент запрещен. Надо подождать более устойчивых морозов, когда уже погода полностью установится, и толщина льда будет где-то в пределах 10 сантиметров. Отработали спасатели и эвакуацию людей, попавших в западню, только уже снежную. Напомню, прошлой зимой с автодороги Нарьянмар-Усинск силами главного управления МЧС России по Ненецкому округу было эвакуировано порядка 118 человек. Сегодня спасатели отработали разворачивание временного пункта для размещения водителей. На установку такой палатки требуется не более получаса. Она может вместить в себя порядка 20 человек. Поисково-спасательный отряд в состоянии развернуть пункт временного обогрева для водителей на базе аварийно-спасательного автомобиля «Белый Орел», в комплект которого входит пневмокаркасный модуль, выдерживает морозы до минус 40. В нем может размещаться какая-то необходимая мебель, чайник, в общем, все, что необходимо для обогрева водителей в случае каких-то экстренных случаев. Такие учения проводятся с целью отработки слаженных действий всех спасательных подразделений. Примечательно, что тренировку в этом году приурочили к 25-летию МЧС России. Алина Вучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».